Помощь на подготовку школьников к учебному году получили 93% многодетных, а это 106 тысяч семей. Поддержка оказывается независимо от дохода родителей. Размер единовременной материальной выплаты – 109 рублей 32 копейки на каждого ребенка. В Беларуси идет активная подготовка к отопительному сезону. Паспорта готовности получили уже более 75% потребителей тепловой энергии и источников. Планово отремонтировано 72 единицы электро- и теплотехнического оборудования. Заменено около 100 километров трасс. Сформирован запас топочного мазута. Белорусы смогут увидеть голубую луну в ночь с 30 на 31 августа. Это не особое астрономическое явление, а скорее результат несоответствия календарного года лунному. Полнолуние станет вторым в этом месяце. Первое было 1 числа. К слову, такой природный феномен происходит примерно каждые 2,5 года. С 1 по 10 сентября БЖД совместно с правоохранителями проведет акцию «Дети и безопасность». Особое внимание подросткам, которые будут находиться без присмотра взрослых на вокзале, станциях и в поездах. Профилактические беседы работники Белорусской магистрали проведут в трудовых коллективах и в учреждениях образования. В Бобруйске обновляют сквер на Урицкого. Сотрудники ДЭПа меняют плитку и бордюрный камень. И также в ближайшее время здесь появятся новые клумбы, фонари, лавочки и урны. Завершить апгрейд планируют уже в сентябре.